Дели, прости. Уходи, ты ведь всегда уходишь. Но мне нужно иногда работать. Кто-то должен содержать поколение детей, которые меня ненавидят. Алло? Энди. Наоми, где ты? В рехабе. Где? Я здесь на 90 дней. Погоди, что? Мне пора. 90 дней? Ты справишься. Как дела, пап? Наоми сбежала. Серьезно? Сказала, что ее все достало и нужен отдых. Не слышу удивления. Как тебе сказать, шоком это не стало? Не стало шоком? Где мама? Мама совсем ненадолго уехала к бабушке. Ты же знаешь, она старенькая. Вы с бабушкой одного возраста. Неправда. Неправда, она намного старше меня. Да пофиг. В галерее сейчас дела не очень. Мы не можем даже аренду оплатить. Вы по уши в долгах. Да и что мне делать? Удачи, папаша. О. Можешь присмотреть за детьми? Я же никогда не просил тебя помощи, так? Тебе правду сказать? Ну, не вообще, а в последнее время. Ну, или типа того. Почему ты всегда говоришь «твой папа»? Он же наш общий. Ну, я старше тебя на 27 лет. Таких братьев и сестер не бывает. Может, только в Лос-Анджелесе. Не верится, что я стану дедушкой. Ты теперь ходишь на такие мероприятия? Встречи родителей с учителями? Я и с тобой ходил. Никогда. Да ладно тебе. У нас же хорошие отношения. Когда я была в их возрасте, я тебя почти не видела. В жизни важны лишь три вещи. Страстная любовь, гармония с миром и умение отпускать тех, кому не суждено быть с вами. Я хочу, чтобы вы выбрали одно слово, которое опишет ваше состояние. Затем мы одновременно его прокричим. Спасите! Я собиралась досчитать до трех. Отец года. Я стану отцом. Ты станешь отцом. Ну ты и влип. В кино 7 ноября.